становятся неразрывно связаны между собой узами брака, строят здание своей семьи, в основе которой находится чистота, целомудрие, непорочность, а складывается оно из взаимного намерения и чувств любви. Это и есть одно из лучших даров Всевышнего Аллаха человеку. Как сказано в аяте, в этом заключается важный урок для тех людей, которые умеют это размышлять. Все это построено.